Всем привет! Сегодня мы вас проведем в замечательную экскурсию в замечательное место, мой любимый салон, спа-салон «Имбирь». Этот салон уникален тем, что это салон тайского массажа. И сегодня я вам расскажу, почему он мне так нравится. Пойдемте! Как театр начинается с вешалки, а в салоне «Имбирь» это вот такая умиротворяющая атмосфера. Посмотрите, какая красота. То есть собственники салона устроили для нас вот такую вот тайскую сказку. Они сделали нам фонтан водяной, вода расслабляет и успокаивает, играет превосходная расслабляющая тайская музыка. Кстати, как рассказала Нургуль, директор салона, специально музыку заказывали с Таиланда. Все обустроено таким образом, что с каждого метра нашего присутствия в данном салоне вы начинаете расслабляться, входить в такую нирвану. А расслабление нам нужно для того, чтобы снять нашу усталость, снять наше напряжение, в котором мы полны, набираемся в нашей работе и так далее. Давайте еще посмотрим вокруг и пропитаемся этой атмосферой. Вокруг нас вот такие вот лепестки, цветочки жасмина. Ощущается приятный сладкий аромат, который наполнен весь этот салон. Все настолько красиво и необычно, что ты уже прямо здесь хочешь насладиться этим замечательным заведением. Сейчас мы будем переодеваться и пройдем в комнату отдыха. Давайте теперь пройдем в раздевалку и покажем вам, что там интересного. Такая вот раздевалочка. Смотрите, мы прошли в такую раздевалку. Значит, здесь смысл такой. Есть два варианта. Если вы, как мы сейчас идем на тайский массаж ног, здесь вот такой вот кимоно, которое нужно одеть. Это для тайского массажа ног. Если мы идем на спа-процедуры или на массаж, у нас другой шкафчик, здесь другой функционал. То есть мы надеваем здесь разовое бельишко, трусишки есть и специальный халат. То есть вот мы одели халат, положили свои вещи, разделись и прошли. Можно будет пройти, сейчас я вам покажу, пройти сюда и принять душ. То есть тут вот такой вот комфортабельный душик, все принадлежности присутствуют, здесь тоже раковины, чистые брендованные полотенца, спа-салон «Имбирь» все тоже так вот располагает для рук полотенца, все красиво, фен, то есть пойдемте дальше, сейчас мы переоденемся и пойдем дальше по салону. Ребят, просто невероятные ощущения, то есть на уровне подсознания я уже проваливаюсь в негу, вот, накрывая, то есть вот это отличительные особенности, наверное, вот этого тайского салона, что они делают все по-своему, то есть вот такой ритуал необычный, ты уже прямо такое впечатление, что тебе кто-то на руки взял и поднимает куда-то в облака, то есть уже начинаешь парить и расслабляться. Вот я сейчас говорю немножко на
При разговоре, конечно, в любом случае организм напрягается. Если не разговаривать, а просто думать о своих мыслях и наслаждаться процессом, то это просто сказочное удовольствие. Это не для рекламы будет сказано, это именно для внутренних ощущений. Вот сейчас мастер давит на ноги и расслабление нарастает. Вообще история тайского массажа начинается с древней Индии, с 1000 до 2000 лет до нашей эры. К царям и к императорам, ну правильнее назвать император Индии, к ним нельзя было прикасаться, придворным мастерам. И один придворный лекарь придумал такую систему, что через специальную одежду нужно делать специальные движения, и причем большими пальцами нельзя прикасаться к императору. То есть разработал специальную методику. Тайский массаж делится на две категории, на два таких больших вида. Это императорский и классический тайский массаж. Императорский, как я уже сказал, специальная технология, специальные движения, которые направлены на стимуляцию точек их в организме по тайскому видению не менее 70 тысяч. И при правильном нажатии на них, то есть расслабляются мышцы, улучшается кровоток. Сейчас я чувствую, ну это правда, я этот массаж делаю в данном салоне, вот эту разновидность впервые, и чувствую, что ну, для меня это необычные, непривычные движения, и они меня прямо вот с первых минут вводят в такой транс, расслабляют. Вот, так продолжая тему ощущений, сейчас я чувствую, что прорабатываются точки на стопе, а на стопе аккумулированы порядка 30 тысяч точек, которые ведут по всему организму и отвечают за множество органов. То есть помассировал там где-нибудь под мизинчиком, и сердечная мышца расслабилась. На самом деле я сейчас борюсь еще с собой, что движения мастера вводят вот в такой транс, и я прямо захочу прямо перестать разговаривать и заснуть. Ну, классное ощущение. В прошлый раз, когда я здесь был, я ходил на спа-ритуал. Сейчас не скажу, как он называется, но он был самый максимальный. Это порядка двух или трех часов релакса, сейчас точно не скажу. Первая процедура была, распаривался в хамаме, потом мне мыли голову, дальше наносили на лицо скраб, потом маску, потом было время отдохнуть, я даже поспал, потом смыли голову, смыли маску, опять хамам, и дальше продолжили процедуру тайского массажа, тайского классического массажа, где, значит, мастер
делает разные движения, в том числе садится сверху и делает массаж с помощью локтей, коленей. Тоже фантастические ощущения, приятные очень. И после массажа идет не менее приятная чайная процедура. Как-то ты весь такой вот расслабленный. Садишься на удобное кресло, диван, и тебе приносят вкуснейший чай. Как у, кстати, чай у них тоже с Таиланда. Это их фишка салона. Мастера, чай и атмосфера, музыка. То есть они вот попытались сделать все для того, чтобы клиенты максимально расслабились и окунулись царствие Таиланда, ощутили себя индийским или тайским императором. Ну, наверное, все, что я хотел рассказать о тайском массаже. Сейчас будем наблюдать, вы будете наблюдать за процедурой массажа ступней, а я буду окунаться в те чувства, которые сейчас приходят и возникают в моем организме. Я ощущаю, что каким-то инструментом, наверное, палочкой какой-то массирует. Опять же, то есть работа проходит по точкам. Проходит расслабление, хочется дышать полной грудью и говорить все медленнее и медленнее. Проходит работа по точкам. Сейчас мастер, наверное, найдет такую точку, чтобы я отключился и заснул и перестал ей мешать. Очень интересная фишка, что они вот закрывают глаза. Я не видел такое ни в одном салоне, чтобы закрывали глаза. Даже в китайском, да, я в Шэньчжэне был в салоне дорогом массажа, там тоже не закрывали, там делали приглушенный свет, а здесь закрывают. Это тоже дает свой положительный результат. Что дает китайский массаж ног? Почему его так любят? Тайский массаж ног, извиняюсь, заговорился. Вспомнил про Китай и переключился. Что дает тайский массаж ног? Тайский массаж ног снимает в первую очередь мышечное напряжение, особенно для тех людей, которые занимаются спортом, которые... Повара, которые готовят, те же самые массажисты, которые весь день на ногах, у них люди с проблемами варикозного расширения вен, то есть снимается все воспаление, снимается вся отечность, и идет максимальная проработка триггерных точек.
То есть тех зажимов, которые возникают в течение всей жизни. Желательно этот массаж делать ежедневно. Потом чувствуешь себя окрыленным, как будто ты идешь, не касаясь земли. Вот такие легкие пошлепывания тоже насыщают наши ноги кислородом. Кровь бежит по артериям быстрее. Поработали с ногой, завернули ее, и идет проработка. Это такой глубокотканный массаж. Вообще, тайский массаж, еще его такое историческое древнее назначение, это поиск себя и поиск внутреннего умиротворения. Профессиональный мастер должен энергетически подстроиться под своего партнера по массажу и окунуть его вот в это наслаждение, дать ему снять с него усталость и зарядить его позитивной энергией. Вот сейчас, в данный момент, я не чувствую какого-то напряжения. Так, на таком, на духовном уровне, то есть чувствую теплоту, теплые руки, легкие, причем такие очень приятные, комфортные. То есть это очень приятно, и это, как говорят умными словами, конгруэнтно. То есть все соответствует, каждая деталь, каждая мелочь соответствует друг другу. Вот с одной ногой поработали, теперь мастер переходит к другой, начинает разогревающее движение. Сейчас бы еще бы хотелось, чтобы мастер, вот она поработала с ногой и немножко ее разула, так скажем, ну, в общем, нога наполовину голая, хотелось бы внутренне, чтобы она была также и завернута, чтобы как бы согревалась. Со второй ногой идет работа. Ну вот, продолжаем. Мастер работает со ступней, разогревая ее, насыщая активный приток энергии, приток крови в сосуды. Музыка очень приятная, расслабляющая.
Вот пошла работа по точкам. Мастер зафиксировал пальцы, и чувствуются какие-то такие вот точечные воздействия, которые идут, наверное, в область мочеполовой системы, то есть делает ноги, а отдает отдает в другом месте. Ну, приятную процедуру. На самом деле, в древнем Таиланде император попросил своего придворного лекаря заняться вот наукой, наверное, в то время тайского массажа, и он разработал специальные 70 кукол, на которых они практиковали разные движения и рисовали, ну, вот, точки, как работать с такими точками и куда ведут вот эти каналы. И вот я ощущаю, что работая с определенными точками, как будто внутри меня проходит дорога, которая ведет по всему организму, нажимает на одну точку, и мне отзывается в мочке уха, к примеру. Ну, то есть вот весь организм связан. Я чувствую, как у меня даже пальчики рук расслабляются и заряжаются, я бы сказал, наверное, положительной энергией от мастера. Хоть она на русском и не говорит, говорит только на ломаном английском, но какая-то такая внутренняя положительная энергия присутствует. Как я вот читал о салоне имбирь, что они набирали именно мастеров, которые получили сертификаты в Таиланде, не просто с улицы, а именно специалисты, они прошли специальное обучение. Ну вот это и чувствуется, что знает, что делает вот с этой палочкой, сейчас начинает такую точечную, идентичную работу. Вроде кажется, что это палочкой понажимала, и нет, видать, знает, куда нажимать, что нажимает на тонкие струнки организма.
идет более глубокая работа, чувствуется. Вот пошла тоже более глубокая работа по голени. Кстати, хочу сказать свои ощущения о вот этом троне, наверное, императорском, на котором я сейчас нахожусь. Он тоже достаточно комфортный, широкий, то есть продумано для разного человеческого сложения тела, то есть для больших, для маленьких, для средних, для всех подходит. И не пролежены, то есть нет никаких провалов, по крайней мере, на этом месте, где я сейчас нахожусь. И довольно-таки комфортно. Не сильно мягкий, что не проваливаешься. Ну, достаточно такой, ну, приятно ощущаешь. Скорее всего, наверное, ортопедически правильный, потому что спина тоже расслабляется и как-то очень комфортно. Лежишь, как на дорогом матрасе за несколько тысяч долларов. Вот идут скручивания, уже глубокотканная работа через полотенце, тоже достаточно приятная техника, прорабатываются внутренние мышцы, которые не достает мастер. Такие небольшие растягивания тайскому массажу присущи, вот отличительная особенность растягивания, скручивания для активизации разных частей тела. Ребят, ну сейчас прошел такой вот массаж, тайский массаж ног, и сейчас мне очень сложно прийти в себя, но надо это сделать для того, чтобы показать еще рассказать об этом уникальном салоне. Буду вставать, здесь вот такая атмосфера, фонарики. Масла, очень специфические тайские масла. Нет, я думал, что он пахнет ароматизированно, но он не пахнет, но достаточно такой приятный, комфортный. Такая атмосфера здесь. Пойдемте дальше. Здесь вот камушки, жасминовые листочки. В общем, красота. Все атрибуты Таиланда, а здесь перед нами открывается святая святых. Каждый император любил вот чайную процедуру, и мы тоже любим. Здесь комната отдыха, в которой можно насладиться и окунуться в атмосферу релакса. Сейчас вот мы с Эдуардом попьем вот такой вот настоящий тайский жасминовый чай, которую стоит наливать очень тоненькой струйкой и потихонечку отпивать глоточек за глоточком и
релаксировать. Удобные подушечки, которые поддерживают нашу спину. Удобная вот такая вот подставочка для ног. Расслабляешься, получаешь удовольствие, думаешь о своих чистых помыслах и мыслях. Ну и наслаждаешься атмосферой. Здесь очень все так атмосферно. Фигурки с Таиланда, камни, жасминовые листочки. То есть очень все красиво и заряжает нас энергией. И в завершении нашего обзора я бы хотел поделиться своими мыслями и рассказать, наверное, для чего я хожу в данные салоны. То есть предыстория, да, каждый человек в нашей жизни сначала мудрость одного высказывания одного мудреца. То есть он сказал так, что нужно любить свое тело. Ведь каждый из нас ежедневной своей жизни его просто нещадно убивает, подвергает его всем вредным привычкам, закидывает в наш желудок очень много пищи, которая ну, просто желудку не нужно столько, нагружает желудок, ну и так далее. То есть вы сами знаете, каждый день, с чем мы встречаемся, очень много стрессов. Очень много ну, попадается и разных людей, которые не совсем приятные для нас и так далее. То есть максимальное количество стресса мы испытываем. И вот данное место, данный салон нужен для того, чтобы отойти от такой вот ежедневной жизни и окунуться вот в такую атмосферу релакса. Получить удовольствие, перезагрузиться эмоционально, расслабиться, набраться вот этой энергии, которая ну, присутствует. Да, нельзя скрывать, что она присутствует в данном салоне, и выйти уже таким очищенным и заряженным на новые свершения, на новые победы, и прийти снова в этот салон. Я бы ходил сюда, наверное, ну, несколько раз в день. Утром перед началом работы зарядиться и вечером, чтобы очиститься от всего того, что за день к тебе пристает и прилипает. Так что всем рекомендую данный салон. И прошу писать максимальное количество комментариев, что понравилось, что не понравилось, какие обзоры вы бы хотели еще увидеть. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока, хорошего дня. Значит, ребят, еще не рассказал, сколько же стоит все это удовольствие. Ну, начну немножко с философского такого высказывания. На самом деле, я считаю, что бумагой, ну, деньги это, по сути, бумага, да, средство платежа. Нельзя, наверное, мерить то удовольствие, которое ты испытываешь и получаешь, находясь в таком вот месте. Но если спуститься с небес на землю и перейти в мир материальный, то вот тот массаж, который мы делали с утра, он стоит порядка 5000 тенге. А массаж, ну тут такая градация, наверное, от 5000 и выше, там, средняя, там, до 10000 тенге, средняя 1008, вот, но у них есть очень приятные бонусы, до 3 часов дня существует 20% скидка, то есть, фактически, мы сейчас отдадим за этот массаж порядка 4000 тенге, то есть, это недорого, и я считаю, что каждый себе может позволить это. Ощущения, то есть несопоставимые с той бумагой, которую мы отдаем за это. Поэтому всем рекомендую и пройти не только тайский массаж ног, но и другие процедуры. Здесь очень большой выбор, здесь очень много спа-ритуалов. То есть
женщины любят этот салон и частенько здесь бывают. То есть побывав раз, при определенной финансовой возможности, я думаю, что можно остаться на долгие годы с данным салоном. Так что всем рекомендую. Увидимся в СПА-салоне «Имбирь».